На проектируемом проезде 4296 отремонтировали дорогу. Площадь проведенных работ составила более 10 тысяч квадратных метров. На этом участке полностью заменили асфальтобетонное покрытие. Его качество проверят с помощью специальных лабораторных исследований. После заключения экспертизы рабочие нанесут дорожную разметку. По этой дороге было очень большое количество жалоб от населения, объективных. Она пришла уже давно в негодность, проезжая часть. Ямочным ремонтом уже здесь не спастись. Было принято решение выполнить работы по замене асфальтобетонного покрытия. Дорога очень интенсивная, дорога очень важная. Одна из первостепенных задач была ее отремонтировать. Торговали мы давно, ее просто ждали погодных условий, чтобы не вскрывать полотно и не протопить основание дороги, чтобы она не уплыла, грубо говоря.